Вот такой у нас здесь еще что, озеро, что ли. Тут же и дальше. Ну, как дома. О, какое озеро, какое место. Очень хорошо. Такая жизненная жизнь. Хорошо. Ну, примем такое купание. Прохладненько. Водичка. Иди по шейку, пока не будет. Хорошо? А? Хорошо. Ну, будешь ты окунаться. Ну, и что? Это мы на одном месте плывем. На одном месте не двигаемся. Нет. Вон моя медуза спасенная на берег прибила. Какая медуза считает? Саша. Саш, это что у нас за растение? Это лиственница, туя, но я... Туя, Саш, но я никогда не видела, как она цветет. Слушай, у Пашки есть такая фотография, где он тоже в такой вот зарослях. И я тебя в интернет запущу, ну-ка. Красиво. Букет мне такой на день рождения сделай, чтоб запах был. Ну все, спасибо за внимание. Какие они. Видишь, как цветет. Ого, какие шишки. А я вижу море. Саш, вот, вот эта ветка. Ты ее видишь, вот эту вот? Какую? Вот, вот ветку. Потом, ладно, я к ней подойду. Я вижу ветку. Ты меня снял уже, да? Как будто ветер включает. Красиво. Вот так вот. Ну ладно, хватит. Видишь, как не снимай меня? Не, ну... Прямо целый букет. Ого, какая. Сколько шишек, маленькое дерево. Ой, ой, запах, Катьки. Это слух. Герой Советского Союза, капитан третьего ранга, Глухов Дмитрий Адрианович. Еще давай. Право налево. Герой Советского Союза, старший матрос, Голубец Иван Карпович. Еще кто? Наоборот. Герой Советского Союза, капитан третьего ранга, Никола. Ну ладно. Люди проходят мимо, снимают с этой дамочкой. Вот вид с балкона на эту сторону. Это Саша настраивает какое-то дурацкое радио там на кухне. А вообще оно здесь ни к чему. Вот дорога на Мирный идет. Но некоторые идут туда еще и пешком. Говорят, для экзотики. Вот такие степи, про которые есть не так. Здорово. Супер. Идет. А это на заработки поехала машинка. Это с другой стороны. Это с другой стороны. На балконе тоже.
есть балкон. Такой вот вид. Дорога на Мирный. Перезадумался Васька наш. Номер два. Шли мы из дома, 5 минут прошли, и вот то, что мы видим. Вот он, капитан. Капитан, да? Вот. А идем мы вон туда сегодня. Сегодня мы здесь не, там не были. Вообще еще не были. А были мы вон там. Вот тут вот мы вчера были. Вот здесь все осмотрели. Ну а там купались вон там вот первый день. Ну, капитан, вперед. Посмотри на меня, капитан. Что ты не смотришь? Сейчас крупный план. Все, пошли. Сейчас я море снимаю. Вон, камешки. Чистая-чистая вода такая. И все время она чистая. И глубоко, и далеко видно все. На берегу. Все время вот эти вот цветы. Кусты, кусты, кусты такие среди пустыни такой. Такие вот все время цветы. Бессмертники. Пипи. Это выселки. Ага. Укусил кто-то? Сайт. Ладно, теперь сними очки. Ну ладно, так-то лучше. Ну ладно, пойдем дальше. О как! О как! Киська моя! О как! О как! О! Танец сделать. Да. Надо бубенчик сюда навесить. О, бубенчики. И буду плясать этот танец. Да, ну какой? Какой-то лучше танец плясать. Ну что, вон, уже люди пошли купаться, и нам пора. Пошли. Очень крупные. А на самом деле они маленькие, кустик. Водоросли на камнях. У берега. Ну ладно. Это в воде. Ну, отдельные кусочки. Это мидия съедобная. Вот она сейчас покажу. Маленькая. Вкусненькая. Но мы ее не тронем. Это маленькая медузка приплыла к берегу. Я сейчас отпущу подальше. Тут она тут усохнет. Маленькая еще. Хороший ракушка. Темно-синий, фиолетовый. Только ходить по камням. Не очень долго. Живых в море. Здесь идти, да. Конечно. Ага, с наростами. Другие ракушки на них плавают. Что тут пляж, вот где мы вчера были, вот этот вот там, как корабль, там огороженная территория, да? Да. Приближает. А это наши выселки. Выселки. Они, которые идут, вон угол. Не мы выходим с тобой. Наверное, наши выселки. Ну ладно. Ты рядом. Конечно. Хорошо. Можно и поближе подойти. Можешь повисеть.
Ну, хорошо, только не видно. Тень падает на лицо. Не, нормально. Вот сейчас хорошо. Отлично. Ну, все, слезай. Думаешь, что я его снимаю? Я вон море вдалеке снимаю. И чуть-чуть вот так вот, хорошо. Да. Ну что ты не смотришь? Что я все время пейзаж буду снимать? Конечно, пейзаж главное. Давай, ну давай. Так. Я ее давно заметил уже. Угу. Посмотри на меня. Хорошо.